Как и много лет назад, у детей и взрослых зимой много забот и забав. Нарядить елку, подготовить подарки близким, покататься на лыжах и коньках. Всего и не перечислить. А вот какими были санки, лыжи, коньки у наших бабушек, дедушек, мам и пап, и чем они украшали зеленых красавиц, можно увидеть на новой выставке «Три месяца отличного настроения». Она открылась в музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска, расположенном на территории музея-заповедника «Родина Ленина». Мы постарались представить не только одни елочные украшения, не только почтовые карточки, а показать все те занятия и труды, которые выпадают нам зимой. Нужно сделать и подарок близкому подготовить, и украсить свое жилье, нарядить елочку, но не забываем, что зимой у нас самые интересные праздники – это Новый год, это Рождество, это Крещение. Первые советские игрушки были из ваты. Позже, в 60-х-80-х годах 20 века, стали выпускать стеклянные игрушки и почтовые открытки, хорошо характеризующие тот период времени, когда технический прогресс и спортивные достижения отражались на всем. В другой витрине можно увидеть пластмассового Деда Мороза. Рядом стоит с его рост маленькая пластмассовая елочка с игрушками-малютками, которые очень удобно было ставить, а потом хранить до следующего Нового года в малогабаритной советской коммуникации. Здесь же находятся предметы для зимних забав – деревянные санки, лыжи, палки и коньки прошлого столетия. А копии гравюр Джона Августина Аткинсона, которого интересовала русская жизнь с ее диковинными для иностранцев традициями, хорошо демонстрируют, какие зимние развлечения пользовались популярностью в России в 18-19 веках. Выставка продлится до 11 марта 2019 года. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.